идти на поводу у всех, это бред. Говорит судье, пошел ты нахуй, Эмилиана услышала и сразу так. Я нацист, нам все такое, не буду им лупнуть. Убери камеру, блядь, такой не снимай. Всем привет, это Хуан, канал «Теннис без названия», новый влог, я уже запутался, какой он по счету, давно ролики не выпускал. Как мы сюда добирались, как проводили этот турнир, много всяких инсайдов. Смотрим, наслаждаемся, подписываемся, ставим лайки. И мы начинаем. Мы находимся в Ташкенте, Узбекистан. И отсюда мы направляемся на турнир в Шымкент. Шымкент? Да. Да. Угу. $50. Куда? Туда. Все, нашли тачку. Договорились. Асяра все сделал. Ребята, вот мой брат. Да, мы двое, да. Две машины разделим. По 30? 40. 40 нет. 40, ну это дорого, но... Хотел, если 35, поесть заедем. 40 сделайте, поесть. Ждем. Ждем. За $80 договорились, отвезу до Шымкента, еще плюс мы заедем похаваем и нас подождут. Ехали где-то минут 40, приехали покушать. Какой красавец. Вы нам не сказали до границы. Мы бы тогда бы не поехали бы вообще сейчас. Нет, все равно. Нет, со мной поехал, другой поехал. Никто никуда не пропускает. Ребята, ну, это я понял. Нет, мы до границы бы за другую сумму бы поехали. Нет, никого мы бы не нашли пускает, бы. Хоть другую машину. Да я услышал, вы услышите меня. То, что мы сейчас бы до границы бы взяли бы машину другую. Взяли бы Яндекс.Такси. Доехали бы до границы. Яндекс посмотрел дороже. Нос и токсикоз. Успокойся ты, слушай, ну ты как это уже раз... Блин, раскудахтался. Успокойся, все. Все, уже едешь и едешь. Извините, ребят. Нос, давай. Красоту посмотрим. Приехали на границу. ПЦРчик, граница. 9 часов уже. До 25? До 25 тысяч договорился. Два адреса. Три. Ну, там недалеко. У тебя не, он с нами, он с нами. А, он с нами? Адрес, там недалеко второе. 25 чего? Егор, Егор, 25 тысяч. 25 тенге. Теперь надо подключить Bluetooth. Сейчас подожди. Все, я подключился. Я просто молюсь, чтобы ты ставил нормальную музыку. Это ты включил нос? Да. Как будто то же самое. А можете выключить это? Мы в Шымкенте. Мы едем дальше. Причалили в 23:21 по местному. Но ехали где-то 1:20. Я говорю, звони. Проверь бирку. Бирку проверь. Бирку. Вот. Возьми бирку. Вот. Минин, Матвей. Он звонит. Минин. Я говорю ему. Проверь бирку. Ну. Я ему говорю, проверь. Не, моя. Ты мою сумку забрал. Мне вези надо... ее на вези, такси. Вези сюда, блин, твоя оплошность. Вот он, блин, вот он мужик. Здорово. Я сразу кровать приватизировал, точнее, самую главную. Санечек обосновался на диванчике. Такая кухня у нас. Для зрителей в Минске, да? Да, для таксистов. У нас с носом. В мою комнату заходи. Мне похуй. Ехали, вот это три. Вон Корда. Можно багажник открыть? Резидент ТБН, Маша. Бля, вон. Вот, наверное, в Корте я играл. Аликантара. Вот два новых Корта. Они не новые. Это год назад еще один. Да? Да. Ну, год назад. Я здесь последний раз в 19-м был. На Сиара. Бека. Поиграли с мужиками 2 часа. Здесь погода 30 градусов. Шикарно все. Здесь у нас главное здание. И тут идет ремонт. Новые туалеты. Там сейчас стрингер. Сегодня скидка. Ракетку можно за 3500 натянуть. Завтра 5000 будет стоить.
Вот я на мяч. Завтра записал нас в 11. Ты молодец. Давай, приложись только. Вот. Ой, бля! Ты без сколько попал? Так. Ты как тёлка, что ли, блин? Надо, чтобы без оскока было? Я ему предлагал, он не хочется. Ах, вы слабые, блядь. Да ну. Так неинтересно, выключается всё. Да, это слабо. Плотная игра. Ё-моё. Так, мячики не бегут. Без оскока, без оскока, только пуси. Испанский бьёт. Они без оскока не хочут. А потом ты мне ещё одну бьёшь. Сейчас тебе нужен казах, да? Нет, мне не нужен казах сейчас. То есть сейчас. Ты сейчас битый... Потому что сейчас я нормально играю сейчас. У меня, типа, нету серии поражений. Если бы у меня была серия поражений, как у Влада Жука, извини, Влад, если это посмотришь, блядь, я тебя люблю, но если бы у меня была твоя статистика, я бы искал, блядь, казаха какого-нибудь, который в теннис играть не умеет. Но так мне не нужно это, понимаешь? И ты будешь бинда играть. Мне плевать, с кем играть. Я тебе сказал, мне вообще по барабану, на кого попаду. Как ваш настрой перед матчем? Уверен. Одолеете вашего соперника? Да, это будет тяжелый матч. Что про него думаете? Хороший парень. Бег, что думаешь, кто победит? Дружба. Судья, как вы думаете, кто победит? За кого будете болеть, так сказать? Просто две двухи и три приема в аут. Классный гейм. 5-4 счет. Оу май! Для влога нового. А, да? Я попаду? Попадешь. Так я 950. Отпусти. Меня его моя, ведь я уже другая. И пропасть между нами. Здесь разошлись пути. Как это, блядь, аут? Все, пизда, он проиграл матч. Чекайте, блядь. Я вангую, что вот этот кудрявый проиграет матч. А у тебя? Ждите в следующем выпуске. Прогноз от Егора. Боже мой! Смотрите на это. Пантенол не помогает. Это о, просто. Два дня в Шимкенте, буквально. Тебе, кстати, караван из верблюдов теперь нужен. Скажи да. Что-нибудь на своем. Поздоровайся. Все на Б, блядь. Он не пожал руку и сказал, что ты нацист. Что? Ну, судья главный сказал, знаешь что? Ты не должен эту информацию распространять. А я уже Кравчуку написал. Леню! Расскажи, что случилось. Просто сказал, что я нацист, но все такое, я не буду им лупнуть. После этого еще сказал, что его страну разрушают. На правду же не обижается. Вот он провокат. Мы против военной операции. Мнение больше не высказывало. Убери камеру, блядь, такой не снимает. Сейчас еще Эрик на нас жалобу накинет, и все. А тебе сказали с полотенцем России, что тебе нельзя играть? Да. Типа последние обновления вышли, типа нельзя. И он говорит судье, пошел ты нахуй, Эмилиану услышал и сразу так. Серьезно? Он послал судью на нахуй и его сняли? Ну я не слышал, его даже... Что за хуйня? Даже судья не услышал на вышке. Эмилиану вот тут сидел, сразу вошел в корт, типа я жду в моем офисе, все. Да ну, серьезно? Его сняли? Его сразу. Ну, заслуженно. Ты выиграл? Я выиграл, да. Спасибо. А какой у тебя тайбрейк был? Я 5-0 проиграл на тайбрейке, 7-5 выиграл, потом 10-4. А ты первый же сет проиграл? Да, и первый. Я потому что я знал, что ты первый проиграл, второй играл. Молодец. Спасибо большое. Так, вот так вот стоит судья. Который какой? Эмилиан. Вот так вот стоит и смотрит матч. И Ибрагимов играет в Зука розыгрыш, и Зука попадает, не знаю, под заднюю линию или там. Короче, Дэниел играет, продолжает розыгрыш, а потом на второй удар после вот этого мяча он ошибается. Идет смотреть мяч, Марк, там мяч в ауте, он говорит Боре, типа, давай смотри, давай мне розыгрыш, потому что мяч в ауте. Он говорит, я не буду, ты продолжил розыгрыш, и он послал его нахуй. Боря? Да. Боря такой, типа, окей, садится на вышку, а Эмилиану это услышал. И все, и Эмилиан выходит. Боря ничего не сказал? Нет, Боря ничего не сказал. Да, а Боря не слышал этого. Боря не слышал. Да, Боря, да. Он тут полотенце вот мяукнулся, знаешь? А, он типа, такой, да. Блядь, да, иди нахуй. Да, он такой, иди. Да. И все.
видео, и типа... А тот услышал, и что, он прям за корт зашел? Зашел на корт, такой Борь говорит, все, снимай его, и все. Сразу снял. Сразу снял. Это вот придирчивость, это вот гребаная. Идти на поводу у всех, это бред. Ваше мнение? Я не в курсе ситуации. Ах, какой он грязный, он же вчера мне все рассказывал сам. Ох, какой красивый парень. Бля, Лёня, ёбану. Как он сгибает ножки хорошо. Пять. Супер. Финал квала. Ой, как накрутил. Мужчина! Мужчина, мужчина! Вдох выдох, вдох выдох, подыши. Прокомментируй. Знаешь, откуда я про блок узнал твой? В Минске в такси ехал, мне чел говорит, о, я типа тоже увлекаюсь теннисом. И, короче, видел, как один, блин, какой-то болгарин, говорит, фамилия сложная, что-то на шее. Я говорю, Шингизик. Он такой, да, да. Прикольно. Ну вот, узнал, что у тебя блок есть, но так и не посмотрел. А, ты от него узнал, типа, от таксиста? Да, от него, от него. Охренеть. Я, типа, он спрашивает, что это? Ну, и, типа, про теннис начали говорить. А, прикольно. Да. Что, настроен на матч завтра? Завтра пара тут. А, давай, удачи. Вы когда-нибудь видели такую страсть теннисистов к тренировкам? Слышно записывали? Ребята, вас попросили уже по-человечески. Здесь 4 человека на корте тренируются, если я не ошибаюсь. Они сейчас нервничают. Мы тоже нервничаем. У нас поважнее битва за корт, как бы. Дети, пусть остаются только те, кто играет. Давайте на команды нас распределите, и мы поиграем между собой. Да. Нет? Да. Вы мешаете им. Че, у тебя кокос здесь. Кокос? Кокос, смотри, кокос. Полина, с днем рождения. Спасибо. А я помню название. Давай лезгинку танцуй. Тапка. Какая команда в кино собралась. 10-500? Давайте сюда, деньги, чего вы стоите-то? Ну, что, Рэп, базарить, пойдемте. Ура, мы в кино! Добро пожаловать в жизнь полную красок. Николай Евдокимов, Николай Зубанов, Кирилл-Два! Своими сильными руками он притянул ее к себе и прошептал. Ты спасена. Давайте, типа, мы не с ним. Типа, мы просто гуляем, но мы не с ним. Мы группа поддержки. Надо сфоткаться. Вот такое лицо сделать. 2, 3. Вот это хор. Сегодня у нас пятница. Мужики собрались играть в футбол. Лично у меня дэй-офф, я вот сходил на массаж к Ролану, отдыхаю. Вова еще тут бегает кросик. Incredible, incredible! No me puc imaginar, no me podía imaginar, no he visto mai això, no he visto mai! Incredible, quina jugada! Обработать, обработать! Все, закончили футбик. А вон там Ваня тренирует. Hello. Сколько поднимаешь на натяжке ракеты? 500 рублей.
В тенге 3000. Полина, какие цели у вас на этот год? Чтобы российских теннисистов не забанили полностью. Как вы провели матч сегодня? Я скажу, что неплохо, неплохо. Было бы лучше, если было бы проще. Но так как это было непросто, поэтому неплохо. Сегодня у нас суббота, и мы хотим подвести итоги, кто же в этом турнире занял деревянную ложку. Все мы знаем, что это значит. Это когда человек проигрывает, потом его соперник проигрывает другому, и вот так постепенно идет. И сейчас мы определим этого победителя. Победителем становится Егор Ноский. Ха-ха-ха, Нос, красавец! Егор базанулся в первом круге Минину. Минин во втором круге квала базанулся Бертуциоли. Бертуциоли базанулся Аратуняну. Аратунян базанулся Куэнину, французу. Куэнин ушел Качмазову. Качмазов сегодня ушел Гахову. И тут Вальшельбоем, и вот решится завтра все, если Вальшельбоем выигрывает. Егор Носкин забирает трофей, почетный трофей деревянной ложки. Смотри, Тесла стоит. А где он ее заезжает? Еще не знаю, Тесла в Шымкенте. Пробкофе. Здесь мы кушаем постоянно. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Можете вот посвящаться и выбрать какой-нибудь один телефон. Да. Либо чехол. Просто выбрать один телефон. Да, либо да, чехол. Чехол, да. Либо чехол, который вам нравится больше. Да, чехол хороший. Я знаю, что вам нравится. Чехол очень хороший. Я знаю, что вам нравится. В итоге нравится или нет? Нравится. Нравится. Чехол. Ну, больше всего глаза вот этот бросается. Блять, ну конечно. Ну блять! 13-й телефон. Блядь. Короче, как было? Я подхожу к капитанке, говорю, выберите вот этот телефон, а за меня заплатят. Она говорит, да, хорошо, запомнил. И вторая телефон, да-да-да, легко. Она подходит, она такая, да-да-да, ебать. Нет, это хуйня. Я не собираюсь, я это помню, блядь. Хуйня, пошел нахуй. Иди в пизду, блядь. Реально нормально. Давай сейчас суефа. Это хуйня была. Это хуйня была. Иди нахуй! Нахуй иди! Блять, иди нахуй! Вот этот. Заебал! Бека, пожалуйста. Да заебал! Иди отсюда, блять! Бери одну. Блять! Я знал, что он заговаривает тебя, потому что там был двойка, я же тебе говорю. Три двойки. Блять, еще одна. Сюда, блять! Соси! Пустили стрингера! Ну как? У него там реально или? Может, привет. А, ну все, по-моему. А, он вы? Стрингер, блядь. Ограбил, ушел в стрингер. Стрингер, блядь. Ну да, это кликуха все по жизни. За неделю я натянул уже 23 ракетки. Бар! Ой, давай. Шо. Ооо! Стряхнула мозг. Нет, давай. Нет, я это загадал. Давай, заходи. 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 Черный маг. Как? Иди отсюда, иди, сейчас, подожди. Подожди, а как? Подожди, я не понимаю. Тут в чем-то прикол есть. Нет, 100%. А мы можем менять по карты местами? Конечно, можем. Не дышите. Подожди, а ты можешь идти? Подожди, как ты делаешь? Считаю. Что ты считаешь? Давай объясняем реально, в чем прикол. Мы пробиваем мечом. В яичке, да? В яичке. Но, блин, люстра мешает. Бигу! А я могу закатить лучше? Нет. Да кидай уже, блядь. Да кинешь. Бля, я один попал, что ли? А по два еще? Тупо не пропустим. Ты чё, блядь? Он ходит. Блядь, это ёбаный рот! А я почему? Почему? Потому что он на него ходит. Ну, он пошёл, две пятёрки. Я две пятёрки собрали, положил.
кто проигрывает эту партию, идет к супервайзеру и говорит, что он хочет записаться в женский тур и перейти, то есть он не может выиграть матч. Три дамы. У тебя все? Итак. Блядь! А ты чё, ну ты вот этому человеку подарил просто жизнь. Офигеть. Кто из них пойдет? Нахуя я это сделал? Я пойду. Ты сходил сейчас? Я пойду за ним и буду так же. Сейчас я опять та же самая. Я пойду и с камерой стоять. Вот смотри, 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 вот тут видишь? Смотри. Да нет. Вот они, смотри, они вот шепчут, да? Нахуй идет это и вот это. Вот это вот проверяй. Видишь? Я не знал даже. Нет, можно ты не будешь сейчас. Слушай, может, ты не будешь сейчас играть за кого-то? Ты вообще вышел, ты съебись, а ты вышел на валяву. Он ко всем, блядь, присасывается, блядь. Две пятерки? Да. И давай теперь так же, блядь. На. Три дамы. Салам алейкум. Там две дамы. Блядь. Все, блядь. Давай. Удачи. Удачи. Можно я надеюсь, ну, да. Не подожди. Что, серьезно? Very good, the candidate is in the question. Можете? Блин. Да есть способы вообще решения. Операцию. Да? Полная смена пола. Я не знаю, по каким условиям. Трансгендер, там есть прям этот. Сейчас они выпустили топик, реально в правилах трансгендер надо поменять. Yeah, you want to change. You want to change? Там прям есть топик, где написано, что нужно. Итак, сегодня запись на второй турнир, и мы с носом даем мастер-класс детям. Неправильно. Выбирай, я правильно сказал. А, прием. Кто ваш любимый теннисист? Да. У тебя Джокович? А у тебя? Тоже Джокович? А из... А ваш? Не скажу. Не скажешь. У кого еще? Вот у тебя какой любимый теннисист? Нету? А у тебя? Да. Рафа? Понятно. Джокович либо Рафа, понял? Рафа? Да. У тебя какой? О, это правильно. Так, я тоже хочу послушать, что Владлена будет говорить. Можно? Не, можно. А, ты кричишь, когда я знаю себя. Я знаю себя, это хорошо, Егор. А тут вставать надо, да? Сыграли с носом выставочный сет и пошел дождь. Вот такой вот дождь. Я казах сегодня вообще лишний был. Зачем мне такой матч? Я нифига не подготовился к следующему матчу. Мне кажется, носом скоро казах. Дрейфер, блин. Ой, это жестко. Это жестко. Каким казахом? Чтобы матч выиграть. А, ну это да, блядь. Что ты можешь сказать своим хейтерам? Спасибо. Все, да? Я вообще недоволен. Мне сказали, что если будет парень постабильнее какой-то, он тебя прибьет. Полностью? Мы сказали так. Сильно? Я уже не, это уже не у меня спрашивают. Я тебе докладываю только то, что мне сказали про тебя. Ты же мой друг? Да. Ну. Серьезно? Я тебе докладываю только то, что сказали. Спасибо, блядь. Ты знаешь, что тот человек, а, там, как зовут, Леонид? Болгарский ушастик такой, да? Да. Говорят слухи, что он еврей. Он еврей, да. Фамилия, блядь. Шейн Гизит, пиздец, не? Че за фамилия, ебать? Какая-то еврейская, блядь. И здоровается исключительно. Шалом, прикинь. Я ему говорю салам алейкум, мне говорит шалом. Да, он по морде дал или нет? Не, еще нет, еще нет. Так! Ты знал, что я сам еврей? Да, конечно, фамилия. Баншелбом, блядь. Успокой. Шалом. Типа... Шабат, блядь. Где твоя кипа? Где-то. Блин, как будет нет? А, лоб. Лоб? Что такое шаббат? Говорят шалом, ты говоришь шаббат. То есть самое салам алейкум, алейкум салам. А, ничего. Шаббат, базилия. Копируют Карлоса Алькараса все.
воды за 30. Что тебе? Вода, блин, просто. Да, тоже копирую только раз. Ты видел? Теннис без названия. Я вчера все посмотрел. 3 года, блин. Что, нету футболки ТБ? Я завтра не могу сыграть. У него была кепка. Он мечтает попасть в Бундесу. Я уже пропустил. Наш эпизод будет хейта евреев. Шалом. Шаббат. Видишь, он знает. Он еврей, блядь, тоже. Для меня вот эти два еврея еврейскому лучше. Меня звать Бекхан. Не, да, я не буду делать. Я реально чеченец. Я чеченец. Ай-бай, мужики. Давай, болгарин. А как ты, как президента вашего зовут? Румен Радаев. Румен Радаев. Лучше самый лучший. Румен Радаев или как? Румен Радаев. Что за урод вылез? Какая-то горилла вышла на корт. Всем спасибо. А кто это сделал? Вон, ребята дали молодцы поиграть молоденьким. Центр, Ази. Поэтому старшие тоже поиграют в футбол. А что он с ним сделал? Ну, выпинул куда-то там в колючке. Я не знаю, что делать. Андреевский тоже играет? Да. Кто хорошо в футбол играет? Всем салют, сегодня пятница, я съезжаю с квартиры, переезжаю к Егору Ходченкову. Такая вот квартира. И вот японская, да, кроватка? Решил подготовить вам кровать в новой квартире. Импортный матрас, специально из Китая привезли. Из Японии, японский. Из Японии самурай делали. Топовый. Чтоб спина не болела. Это в каких-то ужастиках прям. Да. Турнир подходит к концу. Завтра остался единственный матч. Это финал одиночки в мужском и женском разряде. Вот здесь тренируются дети. На том корте тренируются болбои. Готовятся к 2 челленджам, которые пройдут через неделю здесь, в Шымкенте. Мне очень повезло. Я лечу со сборной России вместе в Москву обратно. Вот это повезло, так повезло. Скидываемся на щелбан. Ну, издеваются, друзья. Ну, давайте, чё. Левый. Со всей. Больно? Да нет, конечно. Даниэль сильно. Я плохо делаю. Есть контакт. Варенева, какое зло. Мне рассказывали, в Шарбеле, в Каире, короче, пожаловались на консулаты, кстати, чтобы сняли русский флаг. И в итоге сняли и русский, и украинский. Все, Леонид. До встречи, счастливо. Отличный турнир, все было отлично. Да, Леонид, спасибо. Увидимся. Всем всего доброго. До свидания всем. Пока. Нет, так тяжело расставаться с сборниками. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что вы посмотрели его до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.